состоялось очередное общее городовое собрание акционеров ПАО «ММК», на котором была подтверждена приверженность принятой 5 лет назад стратегии развития предприятия до 2025 года. Среди ключевых пунктов – природоохранная деятельность, инновационная и инвестиционная работа, улучшение качества готовой продукции и повседневной жизни металлургов. Репортаж Игоря Гурьянова. Многомиллиардные инвестиции в строительство современных природоохранных объектов, возведение новых промышленных площадок с учетом самых строгих экологических требований – вот что стало основной темой для обсуждения и анализа на состоявшемся очередном общем годовом собрании акционеров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат». Уже упомянутое нами собрание акционеров ПАО «ММК» завершилось только что вот здесь, в стенах Центральной лаборатории контроля. Казалось бы, узкокорпоративное протокольное мероприятие, совсем не претендующее быть интересным, собрание акционеров ММК в контексте нашего города, с учетом специфики производства, с учетом остроты и актуальности обсужденной тематики и, в конце концов, объемов инвестиций, становится важным событием не городского или регионального масштаба. Бери выше. Впрочем, обо всем по порядку. Традиционно повестка дня собрания включает несколько пунктов, наиболее актуальными среди которых являются отчетный доклад генерального директора предприятия, распределение прибыли, избрание совета директоров. Свой отчет по итогам минувшего года Павел Шиляев начал с анализа динамики мировых цен на сырье. Это логично, ММК плотно интегрирован в мировую экономику, и рост цен на сырье существенно корректирует экономическую политику флагмана. Что касается производственной статистики, то здесь главное – сохранить положительной динамики по основным показателям, в том числе по увеличению объема продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы в 2018 году ввели в строй сервисный металлоцентр в Алабуге, свободная экономическая зона Алабуга, МК «Жишконос». Провели капитальный ремонт, реконструкцию. Провели реконструкцию дома на печи номер 1. Применили самые лучшие, самые последние технические решения, которые есть в доменном производстве. Для нас это теперь такой образцовый агрегат. Кроме того, на нем мы на доме на печи номер 1 и доме на печи номер 2 мы ввели в строй экологические агрегаты. К теме экологии в отчетном докладе генеральный обращался не единожды, что вполне объяснимо. Общим трендом развития ММК с заботой о будущем. О существенных результатах в этой сфере можно говорить уже сегодня. Сокращение выбросов в атмосферу падает на 26 тысяч тонн в год. К прошлому году сокращение сбросов в водные объекты снизилось в 3 раза, а с завершением строительства разделительной дамбы оборотное водоснабжение комбината полностью замкнулось. ММК «Урал» больше не загрязняет. Также миллионами тонн и миллиардами инвестиций измеряется еще один подпункт экологической программы – рекультивация шлаковых отвалов. Небольшая справка. До 1990 года в отвалах было накоплено 100 миллионов тонн шлака. К 2018 году их останется всего 20. Карьеры и места хранения отходов будут и уже рекультивированы. В 2018 году была продолжена планомерная реализация экологической программы МК. Инвестиции в строительство природоохранных объектов составили около 6 миллиардов рублей. По результатам голосования акционеров, совет директоров ПАО ММК пополнился новыми членами. Это Андрей Еремин и Николай Никифоров, который будет курировать внедрение в производство цифровых технологий. О том, что собрание акционеров ПАО ММК – событие, уходящее далеко за рамки Магнитогорска, говорили приглашенные. Так, исполняющий обязанности руководителя аппарата губернатора Челябинской области Евгений Голицын от имени Алексея Текслера поздравил Виктора Рашникова с высокой наградой, полученной из рук президента страны, орденом Александра Невского. Заметив при этом, что сегодня политика комбината, города и области синхронизированы и следуют единым трендам, приоритет среди которых, повторим, отдан экологическим проектам и программам. Устойчивая работа ММК остается по-прежнему важным фактором экономического роста в регионе. Холдинг и комбинат в полном объеме выполняют обязательства по уплате налогов, формируют вместе с другими предприятиями Магнитогорска значительную часть областного и городского бюджетов. Сенатор Олег Цепкин, сам в недавнем прошлом яркий представитель управленческой команды ММК, отметил роль предприятия в реализации национальных проектов, заявив, что в плане реализации социальных программ комбинату нет равных на всем постсоветском пространстве. В этом году президент России
неоднократно ставил в пример, что комбинат – это социально ориентированное предприятие, но то, что делается все эти годы, и то, что запланировано на будущее, это, конечно, является примером и трендом для многих промышленных, крупных промышленных предприятий не только Челябинской области, но и, конечно, России. Еще один магнитогорский москвич, депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев, в качестве одной из вех развития отметил запуск нового проекта «Стальной маршрут», организацию и проведение экскурсий на промплощадку ММК. Такого нет даже у коллег-конкурентов. Пока нет. Хороший пример тоже заразителен. Ко мне обратились ветераны Верхнеуральского района. Помогите нам посетить магнитогорский медкомбинат. Организовали экскурсию, посмотрели, довольные. Знаете, у них такое чувство гордости за страну, когда они побывали на этом предприятии. Ко мне обратились сельское поселение Анинское, Карталинского района. В детском доме дети, оставшиеся без посещения родителей, помогите нам посетить Магнитогорский медкомбинат. Им тоже это интересно. Вот за это вам спасибо. Новые дороги в городе и тротуары, 25 новых трамваев и новая трамвайная ветка, ремонт драмтеатра и новый парк притяжения. Сотни дел поменьше. Кому, как не главе города, Сергею Берникову, узнать, что сегодняшнее движение муниципалитета вперед и вверх было бы затруднительным без комбината. Впрочем, так было всегда. А вот и новость. Хочется отдельно сказать еще раз спасибо комбинату. В этом году мы уже получили разрешение на купание. Я вам скажу, раньше в городе этого не было. Санэпидемнадзор полностью нам разрешил купаться в реке Урал. Она на сегодня чистая. Приняв приглашение главы искупаться в заводском пруду, члены совета директоров здесь же дали пресс-конференцию, где главную информационную нагрузку взял на себя председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников. Все это увеличение и прибыли, там, и беды идет за счет нашей, будем говорить, многолетней инвестиционной программы, которая предусматривала не только обновление фондов, которые мы сделали, но и строительство новых проектов, таких как стан 2000, как стан, так сказать, 5000. Я привожу агрегаты цинкования, полимеры. Вот эти инвестиционные программы дали нам возможность в совокупности производить вот ту продукцию, которая востребована сегодня, прежде всего, на внутреннем рынке. По окончании годового собрания совет директоров отправился на строительные площадки пусковых объектов. Игорь Гурьянов, Олег Карпенко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.